Смертельная авария в Челябинской области. Погиб водитель отечественной легковушки. Столкнулись «Лада Приора» и грузовик «Ниссан Дизель». Подробности в репортаже. Нагайбакский район, автодорога Магнитогорск-Южноуральск. Автомобилист на отечественном ВАЗе не справился с управлением и влетел под попутную фуру. От полученных травм 22-летний водитель «Лада» скончался на месте. По информации ГИБДД, водительский стаж погибшего 3 года. За это время он уже получил 10 штрафов. В Челябинске водитель задавил пешехода. ЧП произошло на улице Даватора ночью. 60-летний мужчина попал под колеса машины «Лифан». Пешеход скончался до прибытия медиков. А водителю известно, что ему 41 год. А это видео сделали на трассе Челябинск-Варламово-Магнитогорск. Бензовоз лежит на боку. Как такое произошло, выясняют сотрудники ГИБДД. В Магнитогорске момент ДТП с мотоциклистом и авто попал в объектив камер уличного наблюдения. Перекресток Карла Маркса и Труда. Вот байкер едет на поворот, а машина из второго ряда решает тоже пойти налево и подрезает мотоциклиста. По сообщениям горожан, на выяснение обстоятельств, кто виноват, ушло много времени, и байк стоял на перекрестке почти до вечера. И тоже Магнитогорск. Из маршрутки выпал человек. В момент ДТП пассажир встал передать деньги за проезд. Но в этот момент на перекрестке маршрутка получила удар в бок от легковушки. 35-летний водитель Hyundai Sonata разворачивался и не уступил дорогу микроавтобусу. После столкновения из открытого окна микроавтобуса выпал 54-летний мужчина. По предварительным данным, у пострадавшего врачи диагностировали сотрясение мозга. Мужчину отвезли в больницу.